В Якутске в преддверии Дня Республики активисты провели субботник на территории дома-музея Максима Кировича Амосова. Они очистили территорию от сухостоя, подремонтировали и помыли памятник, а также покрасили забор вокруг него. Это не единственное мероприятие в рамках Года добра по направлению Якутск-Молодой, объявленного в столице республики. Помимо субботников, с начала весны активисты проводят различные соревнования, фестивали и открытые уроки, а также помогают нуждающимся, в том числе уборкой и доставкой продуктов. Впереди у них запланировано еще более 40 мероприятий, но план этот предварительный, по словам самих активистов. Многие акции еще не вошли в него официально. На деле показываем и проводим акцию, а мероприятие называется «Помоги памятникам Отечества». Это вот в 2017 году, конечно, ежегодно во многих округах пригородов и округов проводятся, конечно, такие мероприятия по очистке. Якутск молодой ставит перед собой задачи развития тоже добровольчества и, самое главное, пробудить в молодежи города Якутска инициативность, то есть гражданско-политическая, будь то экологическая культура, то есть вы сами знаете, что год экологии, добра и молодежи, поэтому скомбинировав эти направления.